They're selling all that nice stuff, but the girls are all very. I understand. What do you mean? What do you mean? Смотрите, это центр Бетфорда. Ой, Бетфорда. Что я говорю? Центр Кембриджа. Я вышла из Body Shop. И уверена, что вы знаете этот бренд. Приятный город. Кафешка вот такая. Центре. Это центр. Я направляюсь совершенно в другой магазин, поэтому мне нужно было выйти из того центра. И вот сейчас я направляюсь. Смотрите, как красиво тут в центре. Кембридж красивый. Базар здесь какой-то, видимо, у них. Уже закрывается. О, как красиво. What is it? Hugo Boss тут есть. Я вижу. Смотрите, сколько молодежи. Студентов. Красивая, правда, улица? Вот магазин. Здесь дом, посуда. Я не знаю, что здесь. Что-то я смотрю, и одежда. Ну, в общем, нужно заглядывать внутрь. Вау. Какие-то закоулки. Смотрите. Lovely old church there. О, это Скеринг. Скеринг Роуд. Смотрите. Что это? Ой, здесь даже погребение есть. Смотрите. Пацаны на великах гоняют. Но здесь студентов очень много, поэтому на великах гоняют. Ой, посмотрите, как интересно. Это книжный магазин такой. А посмотрите, сейчас рядом. Посмотрите, апартаменты такие. No, it is interesting, but I would like to live in different house. Ну, здесь кто-то живет, смотрите, так декорируют. Ну, во всяком случае, люди делают с любовью. Вот, видите? Ой, боже, я испугалась. 1800. Здесь просто совсем рядом. April the 5th, 1800. Кто-то умер в 59 лет. Это cemetery or what? 300 years ago. Yes, I see. 300 years. He's been lying there. Ah, 300. Come along and take a video. What is it? It is church. Yes, it is. Обычно, да, у них вот где церковь, при церкви может быть кладбище. Так и здесь. Здесь просто вообще совсем рядом. А вот это вход, смотрите. Вот это вход. Вот такая вот кованая дверка. А ну-ка давайте посмотрим, когда здесь открыто, закрыто, что это. Ну вот. Смотрите, дверь какая, такая старинная.
Ну, в принципе, как вся Англия. Но мне наоборот это нравится. Боже мой. Здесь все в растениях. Боже мой, я чуть не упала. А я, оказывается, только сейчас увидела. Посмотрите. Вот. Видите, это погребение. Но люди здесь ходят. Поэтому я ничего не нарушила. Ну, просто, видно, они не хотят, поэтому я чуть не упала. Боже, какое окно. Здесь можно снимать фильмы ужасов. See this one, look. Which one? Can you see the years, look? One second, please. 1767. Ой. Видите? Ну, здесь как-то не очень убирают, правда? Хорошая такая эрия для кино. Вообще, в Кембридже очень много интересного. Сейчас еще как раз такое время, когда намек на то, что, смотрите, типично такие английские двери старинные. Я не знаю, мне нравится. Я не знаю, может, это магазин или кафе или что-то. Я не знаю, что это. Мне Англия нравится. Down here we come to the world famous King's College. Really? Yes. Ah, you're foxy. You specially decided. Famous colleges in the world. King's в общем, да именно Cambridge College. King's College, Cambridge. Ah, King's Cambridge College, correct? Cambridge is all colleges. Mm-hmm. Many different colleges, but this is one of the famous ones. Вот этот, он говорит, что самый знаменитый колледж в Кембридже. Самый знаменитый. Of course beautiful. Look. It reminds me. Oh, amazing view. I'm not sure if now very strong sun. Come out the sun into the shade. That's better. Remind me Barcelona a little bit. А в Англии я заметила везде на старинных зданиях, ну, часто не везде, а часто, часы. Вот так вот это выглядит. Люди сидят, отдыхают, очень красиво. What? That's the main entrance there. Can we go inside? No, unfortunately not. Oh, very sad. Very sad. Let's go. Maybe we'll look closely. Вот, видите, самый знаменитый... Это колледж или университет? King's College. Mm-hmm. Well, it is a university. But it is not the same, university and college. Традиционная английская будка. Ой, смотрите, какой велик. Какая красота. Так, кто-то отсюда хочет выйти. А я хочу наоборот подойти. Видите, что они говорят? Никаких велосипедов, там, мотоциклов, собак. Quick, quick. Oh,
Что они тут пишут? Расположение. Ну и также. Ну, также вы сами прочтете. Смотрите, я поймала вид изнутри. Видите, как они начали сразу паниковать. Ну да, приватно. Красиво, безумно красиво. Но мне удалось. Yeah, I see. Wait, I would like to make photo. How I decided to go inside this lady's like chickens. Красивая улица. Смотрите, студенты отдыхают. Хорошая погодка сегодня, солнышко. Сегодня почти 24 градуса. Поэтому просто в одной майке и красивых брюках. Здесь кафе. Главное не споткнуться и не упасть. Вот. Yes. I like this. Ну, посмотрите, какая красота, да? Нежданно, негаданно. Я вообще не планировала сегодня сюда идти. Вы знаете, вернее, ехать. Как-то так лень была. И вот эти перепады температур действуют на состояние активности. Ну и особенно, когда засиживаешься дома, состояние активности, как любой знает, падает. Поэтому я не хотела, но я сейчас вообще не жалею. Даже более того, я очень счастлива. Главное не упасть, потому что дорога, видите, такая щебенка. Ой, вот. How cold this building? St. Mary's. This St. Mary's Church. Видите, здесь тоже часы, ну как везде. У них всюду часы. Ну, если это старинное здание. Красивое тоже. Церковь. Вот эта улица красивая. Такой очень-очень большой город, и где очень много-много студентов, потому что здесь действительно, вы видели, да, здание, где учатся, это колоссально, и оно же не единственное. А небо, боже, это удивительно, что в Англии не было ни одного облачка. Это редко. Можно поймать такую погоду. Нам погода дает еще шанс понаслаждаться перед наступлением осени.
Ну, город действительно велосипедов. Наверное, потому что здесь очень много молодых людей, и они студенты. И они на великах передвигаются, куда им надо. На каждом шагу, посмотрите. И ни одной машины, обратили внимание? So, do you want to go to TK? Yes, I would like. Down there. Да. Погода дала шанс понаслаждаться сегодня. Сейчас я еще остановлюсь тут. Так красиво, что даже не хочется уходить отсюда. Велики, велики, велики. Это тоже церковь, та же, которую я показывала раньше. О, красиво, конечно, у них тут. Видите, сколько велосипедов. Традиционные английские будочки телефонные. Аж 4. Нужно обязательно зафиксировать. Сфотографирую. 4 boxes. Yes, I said about this. This was a market, yes? Yeah. In daytime, yeah? Yeah. Ой. Главное здесь не загреметь. The market is finished, closed. Да, да, здесь был какой-то базар. Ну вот, даже продукты нарисованы. И они уже в это время заканчиваются, закрываются. Даже уже закрылись, скорее. Вот так вот выглядит эта улица. Это уже другая улица. Мы ушли от этого колледжа красивого и передвигаемся вот сюда. Я вам покажу. Смотрите, какая улица. Don't walk into a post. And that they're not boom. Могу понять, откуда музыка играет. А, вот, наверное, отсюда, да, конечно. Мамочки, не упала. Здесь мобильные телефоны, в общем, дальше. Ой, как красиво. One second, please. Beautiful. It remind me Italian style, yes? Yeah. This. Ничего себе. Напугали специально. Так. Продвигаемся дальше в центр. Откуда мы начинали? А, ну, в принципе, я пришла, куда мне нужно. Так что я думаю, что вам было интересно, так же, как и мне. Ну что, всем счастья, удачи. И главное, здоровья. Цените, любите друг друга. Пока!